Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня вот практически без вопроса начинаю, да, а тема сейчас вычленится, и я, конечно же, назову так, как эта тема будет сейчас звучать. Я бы хотела просто спросить у карт, про что они хотят рассказать, и сейчас как раз тема выйдет. И не то, что хотят, вот просто от, как от фонаря, как говорится. Это, конечно же, то, что важно услышать вот сейчас, в моменте, чтобы тут же как-то проработать и понять, что это. Ну, будем смотреть. Ну что ж, выходит офигенный аркан, аркан силы. В этой колоде он 11, естественно. Да, ну видите как, то 11, то 8, ну... Здесь, допустим, так, раз эта колода говорит о том, что аркан 11 по счету, здесь говорят о том, что есть два человека, есть две души, которые тяготеют одна к другой. И тебе это нужно знать. Хорошо, сила в тебе есть. Настолько мощный магнит, который действительно тянет, либо уже притянул какую-то еще одну мощную душу. Далее. Это уже, да, два, да, когда один плюс один, два. Но тут еще больше. Вообще смысл этой карты какой-то большущий, очень мощный симбиоз двух. Двух. Вот, тут еще семерочка идет, вот смотрите. Кажется, что кто-то сейчас кого-то откармливает, да, то есть вы как будто бы, и мне кажется, что это вы кормите энергетически, а вас могут поддерживать, например, финансово, да, то есть какой-то взаимообмен может есть, да, либо... А может быть и нет самого взаимообмена, но есть элемент здесь, есть элемент того, что идет как подкормка на будущее. Это значит, что выделен какой-то промежуток времени, и может быть в принципе неограниченный, да, но то есть нужно время на что-то, чтобы произошло то, что вы хотите, да, вот то, что вы хотите. И самое интересное, что кормит тот, у кого... Кто поменьше размеров. Так, ладно, давайте смотреть. Там еще такой глубокий смысл идет, что с другой стороны вы можете не в то вкладываться, понимаете? Не в то вкладывать усилия. Давайте смотреть, в то или не в то. Сейчас будем смотреть. Итак, сила, карта силы, это уже класс, это уже мощь, это уже энергия, это уже... Вам и защита-то, по сути, ну как, на то время, пока вы можете сами защититься, не нужна, вы сама сила. Что вы хотите сказать? Вот карта силы, так, и что еще? Мужчина. Вот он второй, вы один, а он два. А вместе вы сила, вы вместе вы симбиоз, вместе вы больше, чем два. Потому что он добавляет огня, ну видишь, что тут огонь, тут огонь. Солнце и огонь. Замечательно. Есть вы солнце, он огонь. От этого солнышка. Кстати, он часть вашей души. Он искра вашей души. Если говорят, что девушка создана из ребра мужчины, да, то здесь как-то интересно. Мужчина как искра от солнца. Водички немного здесь, конечно же. Спокойствие, умеренности. Вот. Что такое, что дает умеренность? Потому что тут два огня, это что-то, тут не может быть, они могут просто, вы поглотите его, да, все, и больше не будет, искры не будет, естественно. Или отлетит далеко, сожжет что-то, вот вода. Для чего? Для того, чтобы произошел процесс испарения. Испарение. Но это тогда трансформация самой воды, правильно? Она превращается в пар. Хорошо, что это мы такое смотрим? Знаете, что я здесь вижу?
вокруг вас есть люди, которые делают вид, что они ничего не замечают, но они, по сути, немножко создают такую шумовую завесу, препятствуя вашей воде, вашим чувствам. У вас тут чувства есть. Причем такие чувства, как-то интересно, два огня, а чувства по умеренности. Это как будто бы вы нашли друг друга и уже поняли, что вы все, вы друг без друга, ну никак. Как будто бы, знаете, этап страсти пройден, да, и идет уже процесс, когда вы осознаете, что вы одно целое, вы вместе, вы в умеренности, да, то есть любовь по умеренности – это когда уже муж с женой и осознают, что все хорошо, все спокойно, они спокойны друг за друга, они спокойны, они уверены друг в друге и умерены. Потоков много идет, я не успела даже проговорить это все. Сейчас я сделаю. Тут также говорят о том, что мужчина, о котором здесь идет речь, о котором, интересно, кто он такой, сейчас посмотрим, находится в стадии, он как будто бы сам себя остановил, законсервировал, но как-то странно, это не консервация, то есть потом не будет разгул, да, потому что он по умеренности, это он что-то принял для себя такое, как это не аскеза, это он пришел в норму, да, пришел в норму в чем-то. Возможно, здесь как раз была ситуация, когда показывают мужчину вам, как родственная душа все-таки, да, которая идет к вам, которая тянется к вам, с которым вы как симбиоз будете. Этот мужчина имел какие-то излишества и в итоге пришел в умеренность. Есть некая поглотительная сила интересная. Тут, кстати, троечка идет земли. Работа называется. Поглотительная сила – это работа. Вот. То есть он энергию сливает в работу, и это дает результаты. То есть это не слив, это инвестиция. Окей, хорошо. Классно, когда сразу показали, да? Начал какой-то новый проект, говорят мужчина. О, начали, земной язык начался, слава богу, да? Тут и в этой колоде будет сейчас переплетение высокого, низкого. Вы знаете, как музыка Моцарта очень классно работает на обновление клеток мозга, на ум, разум, да, на восстановление. Вот точно так же сейчас это мы тоже будем играть на здесь, в этом раскладе. С этими картами. Играть будем, как музыку Моцарта. Высоко, низко, высоко, низко. Тихо, громко. Да. Начал новый проект, но он один в нем. Также здесь говорят о том, что так он набирает свою силу. Вы знаете, истязает себя. Просто человек истязает себя. А почему так идет? Мужчина какой-то истязает себя. Что это? Причем, говорят, он настолько, в нем настолько сила сильная. Это очень сильный человек. То ли идет к вам, то ли он где-то рядом с вами. Истязает себя работой. Кто он такой, этот жезловый? Давайте так. Жезловый никогда не будет останавливаться. Жезловый, он всегда в процессе. Это тот, который в движении, для него это жизнь. Поэтому работа, да, то есть он никогда не сможет сказать, что вот я поработаю, да, а потом пойду на покой. Нет, это не получится. У него постоянный какой-то творческий процесс включается тут же. Следующий. Это мужчина, который может, да, вот как менять женщин. Одна, да, влюбляется до без памяти, потом вторая, третья, то есть вот так. Но здесь же сейчас, да, мужчина говорит, я сейчас умерил свой пыл, я сейчас
в ситуации, ну, полной такой тишины. Не слышно, не видно, и мне хорошо, потому что я много энергии сейчас трачу в работу, самоистязаю себя творческим процессом, начинаю новые проекты, и я в этом готов быть один. Почему? Потому что я знаю, что по завещанию, я не знаю, говорит он так или нет, но это у него, скорее всего, подсознательные мысли. Мысли в кавычках. Но по завещанию, да, высших сил, я, говорит, знаю, к кому я иду, да, к своей силе, к своему солнцу. Вот так. Это вам говорят про солнышко, это вы солнышко. Сразу же мужчину показали, представляете, карту силы. Вот так вот. Значит, тема она как раз важная. Так, туз у нас. Хорошо. Тут четкая, ясная мысль. Даже, знаете, вот такой ясный, звенящий такой мозгу. Мозгу звенящий. Не звенящий от того, что голова болит. Нет, а вот как-то так от чистой, настолько аж. Ясное видение, вот у мужчины ясное видение того, что ему сейчас делать. Он, может быть, не полностью понимает то будущее, которое он идет, но он четко видит то солнце, к которому он его тянет, да, то есть искорка к солнышку. Почему-то так. Потому что когда-то эта искорка откололась и пошла дебоширить, пошла поджигать, да, зажигать там сердца одно за другим, откололась, да, от этого. Девочки, послушайте предыдущий расклад. Блин, как похоже, только другим языком, абсолютно другим языком. Послушайте предыдущий расклад. Путь вашей души называется. Ну, потому что не всегда предыдущий можно найти. Вот. Искорка отпрыгнула, да, от солнышка горящего на землю и начала, ну, свою жизнь, да. В итоге эта искорка возвращается туда. Знаете, как возвращается? Через умеренность, когда испаряется, наверное, вода. То есть ему, получается, нужно умереть. Потому что вода его умерщвляет, да, и тогда вода испаряется. Сейчас посмотрим, что это я такое сказала. Почему умереть? Трансформация, значит, правильно? Я правильно сказала? Нет уж, тут кто-то меч достал. Или это он? Что это такое? Почему я так сказала? Ну-ка. Вы смотрите, что делается. Вы смотрите. Нет, его как к вам направляют уже. Посадили в автоклав какой-то, да, и направляют к вам. Какая-то очень сильная энергия, смотрите, power, да, и сила, по сути, да, это, если так брать, то это практически одно и то же слово, ведь, да, энергия и сила. Вокруг стервятников очень много, которые эту силу хотят оттяпать по кусочкам. Тут воин, мужчина-воин, все, понятно, мужчина-воин, да, мужчина-воин, который идет к вам, между прочим. Так что вот так. Раз так быстро говорят, это, девочки, вот либо здесь и сейчас происходит, либо вот скоро будет. Я права? Интересно. А вот она, вода. Вы, какая трансформация, да? У вас огонь. Вода. Ну, вы просто умеете. Нет, это ваши грани личности. То есть вы можете быть и солнцем, и вот водная королева, здесь вода. Вы водная королева знаете с кем? Вы солнце рядышком с... Если он тоже, смотрите, разные личности, да, имеет мужчина. Вы солнышко, когда вам необходимо, чтобы он был искрой. Вы вода, когда вы рядышком с мечевым, да, с воином.
вы умеете обтекать эти острые его лезвия. Вам просто не больно тогда, просто вы течете и все. Да. Вот, ну, о чем я говорила. Тут показана карта конфликта. Тут будет конфликт, да, скорее всего, затеянный мужчиной, но вы так гибко это все обойдете, просто как вода, которая просто протекает вот через лезвие, даже если их выстроить, да, человек бы умер, а вы просто протекаете, и вам не больно, и вы живы и счастливы. Ух ты, иерофант идет. И он понимает, у него осознание такое, боже, это она, где я раньше был, как я долго тебя ждал, да, и так далее, все вот эти фразы, они идут. Это знаете, когда к нему приходят, ну это жрец, да, приходит жрец, или там несколько их приходит и говорят, что это она, а он такой, да, точно, я понимаю. Кстати, тут так интересно, говорят, жрец и транспорт, да, приходит жрец, дает транспорт, ну, колесницу, это движение, два, ух ты, двойка кубков, вдвоем, но эта колесница твоя, если вы будете вдвоем в этой колеснице, что это значит, колесница навсегда или что-то временное, мне вот это интересно, тройка воды. Вам даже поток дают, видите, как поток дают. То есть тут какой-то водный транспорт еще. И только вдвоем. А почему? Тут, знаете как? Тут какое-то перетягивание каната будет, да? Говорят, что вы как-то доминировать будете. Вы доминируете. Вы будете решать, вдвоем или один, колесницу или водный. Что-то тут такое идет, когда вам приходит мужчина, дает путь, вернее, не путь, а движущее средство, да, по этому пути, открывая дороги. И вы доминируете. Что значит доминируете? Конечно, вы не стоите, не командуете или там какой-то еще проблемный процесс. Нет, здесь... Еще и туз воды. Ну. Вы императрица. Он король. Ну, то есть это ступенечка выше. Вы в любви. Ну, это замечательно очень. Почему такая грозная карта вышла? Он как сражался с вами, что ли? Нет. Просто говорят, что это как обозначение того, что вы как главная, и мужчина это принимает. Но вы не главная, которая указывает и мужчину как под каблук. Нет, мужчина просто от своей силы, да, дает возможность вам править им. Так, все понятно, да? То есть через избыток силы мужской дает вам возможность править им. Боже. Я не знаю, тут просто так, что у меня это аж по всему телу вот так идут мурахи от этого расклада. Я чувствую, что у вас то же самое. Ну или каким-то другим образом. Десятка у нас идет водная. Водная десяточка. Столько воды, что просто капец. Вы когда заходите, да, водой к мечевому, вот тут все в воде. Эти мечи, смотрите, не заржавейте, называется. Все в воде. Он поэтому начинает выстраивать сразу транспорт. Говорит, так, все, нужна колесница, потому что из моих мечей нужно что-то сделать. Из этого металла. Иначе затопишь. Ну, правильно, иерофант, он все-таки берет на себя функцию ведущего, да, то есть он иерофант, он ведущий, а ты все равно доминирующий. Идет такая... Десяточка воды, между прочим, да, в колоде Райдера, это семейный аркан, здесь тишь, гладь, благодать, и вы знаете, вот этот путь такой красивый, полно чувств, прекрасное место для жизни, да, двух сердец. Что это за красотища? С
Смотри, ну, комфорт показывают этих водных животных, кто они там такие, барсучки, выдры. Им хорошо. Так, то есть вы обживаетесь на новой территории водной, то, что вы залили водой. Что это такое? Ага. Вы знаете, очень интересная жизнь у вас будет. Потому что мужчина всегда добавляет какую-то искорку в ваши отношения. И это замечательно. Есть комфорт, есть условия, есть эта искра. А все это почему? Потому что эта сила, карта силы, она просто вот это все в себе вмещает, да? Это понятие, это ваше общее. Хотел сказать? Я вижу, что вы для других будете создавать какую-то иллюзию. Да. А что-то вам хотели сказать? Но я так скажу, вы то ли молодо будете выглядеть, то ли у вас ребенок будет. Вот, от этого мужчины. Или-или. Да, все, я вот так могу сказать. Тут какая-то странная. Ну, тут больше к первому, потому что тут какая-то как иллюзия. И вот эта карта выходит, помните, с дна колоды. Это результат какой-то магии. Смерть. Слушайте, очень интересно. Очень интересно. Какая-то магия. Я не знаю, но это люди просто глупые, что ли. Я просто вижу, какая вы сильная, да? И вот еще вас показали Верховной Жрицей. И тут какое-то чудо сделала, ну тут женщину показали, которая могла по неосознанности, естественно, по глупости, по дурости делать на вас какую-то фигню, думая, что она там умеет что-то делать, либо уже часто люди, вот я не знаю, это точно есть какие-то уровни, есть какие-то ступеньки развития, честное слово. Она делала вам, ну тут так, давайте так, делала насмерть. Да, есть такое. Она хотела вас обезводить, а вы помолодели. То есть, а у вас наоборот процесс пошел. Процесс наоборот пошел, понимаете? Это что значит? Это вот эта сила. Вы не то что отфутболили, вы еще и во благо себе приняли какую-то черноту души человека. Работу черной души человека. Цирк на дроте. Да. Тут говорят, что высшие силы пришли на помощь, но вам, конечно же, какой-то период пришлось позависать. Да, это как отдельное что-то. Паук. Вы защищаете своих детей. Мощнейшая сила защиты у вас. Очень мощная сила защиты ваших детей. А паук этот хотел, ну опять же, да, то есть неосознанность некоторых людей, она приводит к тому, что они не смотрят, кто там, дети, взрослые. Они делают гадость и делают это со злостью. Вы защищаете, я вижу, как своих, так и чужих. Ну, энергия, понимаете? Вам а что это такое? Ну-ка, смотрите, вам дают какой-то шанс, заслуженное что-то, какой-то подарок дают, кто-то дает, как предки ваши.
Они говорят, ты выбирай, ты можешь взять это, можешь не взять. Мы тебе это даем. А что это? Вам луну подарили, целую луну. Вы можете ею управлять. Вот я спросила, что подарили луну. Управляйте этой луной, вы можете запускать ее, крутиться быстрее, медленнее. Вы можете влиять. А что такое? Луна влияет на воду, а человек? То есть вы влияете на человека. Почему? Потому что человек состоит на сколько-то там, дофига процентов, 75% воды, да, 75? Так. Смотрите, не заиграйтесь, потому что вы можете влиять настолько сильно на жизнь людей, что можете их уничтожать. Так. Вам дарят Луну, вам доверяют Луну. Берите. То есть вам, грубо говоря, доверяют человеческие жизни, потому что человек это вода. Вы умеете этот баланс держать. Вы настолько осторожно, вот настолько как-то тонко подходите к человеку, это уровень Бог, Боже. Уровень Бог. Да, дитя, он уже Бог, да, тут шут. Новый путь ваш, новый путь. Говорят, что вы готовы теперь, да, у вас есть в руках вот эта сила управления человеком, сила управления людьми, может быть, даже массами людей. Кто как, да, кто в какой среде, да, сейчас находится. И у вас начинается новый путь. Ну вот почему-то страх выйти. Почему? Успех. Нет, смотрите. Вы пойдете. Здесь карта Солнца. Боже, какая прелесть. Вы настолько мощно представлены здесь. Почему такая карта? Вам как-то опасно, больно, что это? Разрушение. Смотрите, вы боитесь пройти через клетку, вы боитесь, что она рухнет, что ли? Или вы боитесь кого-то задеть? Вы боитесь, что вы разрушите своими вот этими грубыми лапками? Но вам говорят, что такого быть не может. Ты ничего не сможешь разрушить. Тут после разрушения, главное, что как? Навредить, да? Навредить не сможешь, потому что универсум, Вселенная говорит, что из хаоса рождается. Вот именно Вселенная, да, родилась. И этот процесс бесконечен. Смотрите, а вот и карта справедливости идет. Смотрите, восьмой старший аркан. Я вижу, что здесь как-то оно как заключение идет. Немножко шумно, я прошу прощения. Вот. И сейчас. Там был страшный суд. А здесь, да, судьба там привела. А здесь как-то справедливость. Я вижу вашего ребенка, который завоевывает мир. Вы, это ваших рук дело. Рядом вижу женщину достойную с ним. Он победитель, которая сделает его победителем. Тут историю рассказывает чью-то. А может быть, это ребенок сын, может быть, дочь, но тут вот именно пара, да, один из них ваш ребенок. А может быть, это оба ваши дети. Это большой успех по справедливости данный от высших сил, от Вселенной. Да, здесь показывают вот именно поколение. Это еще и карты такие. Победа. Это ваша победа. Ага, победа над, понимаете как? Потому что могло пойти в какое-то непонятное русло все. Да, вот просто идут дети. Дети. Смотрите, что творится, да? Возможно, вы работать будете в таком. Тут еще такая информация идет, прям вот вытянулась вот так вот в столб.
воронкой, что вы разрушенные судьбы можете склеивать заново вашим влиянием, потому что вы как Вселенная, как Юниверсум, целостность вот эту даете, показываете, и людям даете победу. И почему-то, видите, показываете, что вы как с молодыми людьми работать можете. Также вижу ситуацию, когда, объединяясь с каким-то мужчиной, да, в пару, вы даете развиться проектам, даете развиться идеям, даете развиться, а может даже и дети, да, у вас будут вот количество такое, как здесь заявлено тут. Оно больше вот идет, знаете, как идеи и рождён. То есть вы сможете в паре создавать мощные вещи при условии, что вы никогда не привязаны к тому, что создали. Вот. Никогда не привязываться к тому, что создали, потому что башня будет. Потому что привязки — это плохо. Угу. А вот и плоды. У нас тут богатство идет. А плюс еще это семейный аркан. Богатство в семье, богатство в бизнесе. Это огромный проект, это сеть какая-то прям с любимым мужчиной. Так. Вы высоко поднимаетесь, очень высоко. И очень как высоко поднимаетесь, да, так и можете ходить по... Смотрите, здесь две одинаковые карты. Абсолютно, да? Только здесь земля, а здесь воздух. Ваша фамилия, да, ваша семья, ваш род, да, он как на земле, так и в воздухе, он может создавать. И может пробивать новые дороги, новые пути. Да, видите, как земляная карта, пожалуйста, и тут же. То есть, если вы можете в воздухе, да, то он тогда может на земле. Он стабилизирует, да, то есть он стабилизирует. Умеет приземлять вас. Вы такая в полете. Но знаете как, он не от зависти, что у вас крылья есть, нет. Он от того, чтобы у вас было куда приземлиться, он говорит: бери крылья, я тебе свои отдам, только знай, что тебе есть куда приземлиться. Вот, дают эту стабильность, потому что есть корни. Давай сделаем корни вместе. Вы можете играть судьбой? Ох, как можете играть судьбой. Потому что знаете, что у вас общая на двоих звезда. И что если кто-то запутается, да, то второй эти веревки сожжет. Искусно так, красивенько. А вот и дерево, пожалуйста. Вы умеете держать баланс. И это родовое дерево, кстати, тоже. Да, этому мужчине, про которого здесь речь идет, суждено все-таки с вашим родом укорениться и создать что-то большее. У вас как-то создается такое внутреннее... Так, вот так. Этому императору суждено было с вашим родом все-таки создать что-то большее, потому что тут идет род. Радость. Новая победа, новая вершина, тут новая сила роду. Так, да, было страшно. Тут, знаете, какого-то преступника закрыли, который не давал развиваться вашему роду. Преступник закрыт в кандалы, да, мученик он теперь. Кто-то, и он дает силы
Подписался на то, что его сила уходит сюда. Девочки, все, это все, что пришло. Я всю колоду даже выложила до конца. И вот такой вот поток был. Я хотела, или мужчины дорогие, я, конечно же, ко всем обращаюсь. Спасибо вам за все, лайки, комментарии. Это все мне дает энергии и сил продолжать дальше эту работу. Также безмерно благодарна тем, кто делает, дает финансовую поддержку. Благодарю вас и жду на следующих своих видео раскладах. Вместе создадим больше. Всего доброго. Пока-пока.